вечір. Ефір нашого телеканалу продовжує програма «Гаряча лінія». І зараз хочу представити наших гостей. Це Ольга Відіна, начальник управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації. Надія Бондаренко, начальник відділу з питань координації управління майном комунальної власності. І Світлана Шаповалова, завідувач сектору з питань реформування комунальної власності області. Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Шановні пані, перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную подивитися невеличкий матеріал з програми, яку ми знімали рік тому. Ми подивимось матеріал, а потім продовжимо бесіду. Будь ласка. Відповідно до законодавства України, комунальні підприємства – це суб'єкти господарювання, засновані на власності відповідної територіальної громади. Саме громада визначає кількість комунальних підприємств, необхідних на даній території, їх функції та здійснює контроль за їх діяльністю. Наскільки ефективна така форма власності, спробуємо з'ясувати на прикладі комунальних підприємств Миколаєва та області. В оперативному керуванні облдержадміністрації 14 комунальних підприємств. Деякі з них вже перебувають у стадії ліквідації. Це, зокрема, кафе «Лілея», проблема якого депутатський корпус області намагався вирішити не один рік. Підприємство по факту є підприємством не громадського харчування, а производства долгов. Причому основним кредитором цього підприємства є обласний совет, який вынужден платити поставщикам теплоенергоресурсов, которые потребляются всеми арендаторами в данном помещении и которые нам возмещают эти суммы в соответствии с договорами аренды. При таком же договоре аренды предприятие «Кафе Лилея» не считало для себя возможным выполнять свои обязательства и вежливо перекладывало платежи за потребленные энергоресурсы на плечи областного совета, чем создало почти 200 тисяч долгов по итогам своєї діяльності. Поки що не вирішена доля ще одного традиційно проблемного підприємства – пансіонату «Миколаїв». На мой взгляд, состояние материальной базы пансионата оставляет желать лучшего, если не сказать больше. Отдельные из них находятся в аварийном состоянии, требуют серьезных капитальных вложений, которых нет в областном бюджете. Ну, собственно, к работе предприятий мы еще вернемся, к кафе «Лилея» и пансионат «Николаев». Давайте начнем, наверное, с того, что, в принципе, вы расскажете, чем занимается ваше управление, для чего оно вообще надо, и что это за 14 коммунальных объектов, которыми вы завидуете. Ну, начну с того, что наше управление создано в 2008 году, действует согласно положению, которое утверждено распоряжением главы облгосадминистрации, а также распоряжением, которое, дает возможность управлять коммунальным имуществом на территории области, коммунальным имуществом, которое принадлежит громаде области. Вот. Ну и основными заданиями нашего управления – это координация работы профильных управлений облгосадминистрации по вопросам управления имуществом. Это включает в себя и разъяснительную работу как в устном, так и в письменной форме, консультации по данному вопросу. Потом у нас идет учет коммунального имущества. Это более 300 объектов, единиц недвижимого имущества. Осуществление с профильными управлениями, департаментами, контроля за эффективностью использования коммунального имущества, его сохранением и дальнейшим используем, если там необходимы какие-то нюансы. Потом мы рассматриваем вопросы по поводу реорганизации, ликвидации, передачи имущества. Участвуем в таких комиссиях, которые створены другими департаментами управления администрации. Даем консультации по этому вопросу. А также в обязательном порядке наше управление курирует в ликвидацию, которая существует в облгосадминистрации. Это коммунальных предприятий. На сегодняшний момент это 4 коммунальных предприятия. В состоянии ликвидации. Да, в состоянии ликвидации. Вот мы занимаемся
так сказать, полностью, в принципе, процессом ликвидации данных предприятий. Также мы проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий. Сейчас наличие у администрации, которые находятся не в стадии ликвидации, это 4. Вот 4, 10. 4 у нас ликвидируются, а 10 у нас рабочих предприятий в той или иной степени, так сказать, живых, можно сказать. Вот. Потом управление занимается таким вот вопросом, как сдачу в аренду. У нас где-то порядка 134 договоров управление сдает в аренду, получается, самостоятельно. Отсюда и навантажение, получается, на сотрудников управления, потому что приходится более подходить более четко к этой работе, потому что когда есть балансодержатель, он смотрит за этим вопросом, он отслеживает, а мы просто уже как кураторы идем. Но когда уже мы самостоятельно сдаем в аренду, естественно, мы уже отслеживаем все вопросы, связанные с арендой, с арендаторами, с сохранением имуществом, с платежами, с начислениями пени, если возникают вопросы. Вот. Потом возникающие вопросы в плане это захист майновых прав. Участвуем в судах. У нас, допустим, вот, например, в 2015 году мы участвовали в порядка 21 суде, в принципе, на корость державы и управления. В проигранных судов нету. Вот, поэтому такие вот у нас функции. Таким еще направлением управления это приватизация. Достаточно такой вопрос. Тоже сейчас на устах у всех. То есть это приватизация тех объектов, которые принадлежат громаде? Громаде. Да, громаде. Вот. Нашему управлению, вернее даже не управлению, а администрации делегированы права по управлению имуществом вот в данном вопросе. Мы имеем право, даже не получается не имеем права, а мы уже как технически осуществляем технически осуществляем весь ход предприватизационный и послеприватизационный, потому что решения выносят по-любому депутаты. И мы уже осуществляем в жизнь их решения. Вот они решили продать данный объект, вынести на приватизацию, и уже мы все дальше проводим полностью весь комплекс предприватизационных и послеприватизационных. Собственно, о приватизации мы чуть-чуть позже поговорим. А давайте поговорим сейчас о тех коммунальных предприятиях, которые сегодня в состоянии ликвидации. В частности, говорили о кафе «Лилея». Предприятие в состоянии ликвидации. Что это за кафе? И как, почему так долго весь этот процесс идет? Тут какие-то с законом связано. Почему процесс ликвидации настолько долгий? Пожалуйста, это, наверное, вам? Наверное, ближе. Ну, это предприятие накопило за свою деятельность очень много долгов. Получается, что оно осуществляло свою деятельность в помещении облгосадминистрации, арендовало у него помещение и, в общем-то, не осуществляло все коммунальные платежи, которые обязано было осуществлять. И депутатами было принято решение о ликвидации этого предприятия. Значит, а с чем связано наращивание такого количества долгов? То есть они неэффективно управление предприятием? Получается, неэффективное, да, управление предприятием. Значит, было принято решение депутатами о ликвидации этого предприятия, и вот в конце 2015 года эта ликвидация началась. Значит, был, как сказать, ликвидатором было это предприятие взято на ликвидацию, и сейчас происходит продажа имущества кафе «Лилея». Для погашения долгов. Долги практически уже погашены перед работниками. Частично остались там небольшие
долги перед рабочими предприятия. И вот мы приступаем в этом году, или приступим, наверное, уже в следующем квартале к банкротству предприятия. Ну вот для сравнения, наверное, могу сказать, что именно в том помещении, где работало предприятие, сейчас зашел новый арендатор. Даже разница вот в оплате коммунальных услуг и арендной платы очень разительна. Буквально, ну, можно даже сказать, наверное, в десятки раз. То есть новый предприниматель какой-то, да, вот да. Он платит. Да, это новый частник, да, он платит все, оплачивает коммунальные услуги, осуществляет деятельность там, и плюс аренда помещения администрации. То есть он более эффективный? Получается, да. А еще предприятия, которые сегодня в стадии ликвидации, о чем речь идет, о каких предприятиях? Ну, на стадии ликвидации автотехобслуговывания, Шкильный Свит и Фармфабрика. Это уже длительный процесс, это практически там на некоторых предприятиях уже заканчивается этот автотехобслуговывание, там Фармфабрика уже подходит к концу. А Фармфабрика и фармация – это не одно? Нет, это разные, да? Предприятия, да. Ну, а очень, вот фармация тоже на слуху, и очень много лет, там, и менялись руководители, и все равно неэффективно предприятие работает, или более-менее рентабельно, как сегодня, какова ситуация? Ну, в условиях нынешнего времени, в условиях рынка, конечно, предприятию трудно очень выживать на рынке предоставления тех услуг, которые он предоставляет. Предприятие, как бы, с точки зрения экономического работает эффективно, оно, в общем-то, с прибылью работает. Но, к сожалению, сеть аптек с каждым кварталом, с каждым месяцем, с каждым годом уменьшается. Ну, будем надеяться, что ситуация изменится, но, в принципе, предприятие работает прибыльно. А вот в материале говорили также о пансионате Николаев. Тоже это предприятие очень давно на слуху у николаевцев. По-моему, не один год говорят о том, что ну, не работает, не зарабатывает, и держать его нерентабельно, неприбыльно. А как же так, если находится на побережье, курортная зона, казалось бы, ну вот все, все условия для того, чтобы хорошо зарабатывать, предприятие не работает. Пожалуйста, кто ответит? В каком состоянии сейчас? На сегодняшний момент данное коммунальное предприятие продано. Произошла приватизация, и у нас на сегодняшний момент имущества данного коммунального предприятия просто нет. Мы его продали. В апреле месяце было вынесено на сессию, и депутаты облсовета в 2015 году, в апреле месяце, приняли такое решение. Потому что к тому моменту предприятие накопило долги больше миллиона гривен. А возмещать, содержать такое предприятие было просто невозможно. Плюс оно за годы своей работы проводило маломальские там ремонты, которые не позволили данному предприятию нормально, эффективно работать и конкурировать в этой сфере продажи этих услуг. Вот. Поэтому... Это же, видимо, неэффективный менеджмент. А если поменять руководителя, ну не продавать? Пробовали, меняли руководители, но для того, чтобы пошел туда, так сказать, клиент, для того, чтобы люди приезжали и отдыхали, должны быть созданы условия. А когда у тебя течет крыша и по стенам плесень опадает, это самое, ну кто придет? А денег у предприятия к тому моменту, вот я заступила на должность в 2014 году, и когда мы приехали на это предприятие, а по стенам, же говорю, плесень, и падает потолок, а денег у предприятия уже долги, порядка 800 тысяч, вот, то о каком эффективном управлении могло быть? Попытались год работать, попытались сезон 1-2, попытались сдавать в аренду, вот, но предприятие только накапливало долги, пришло в упадок, пришло имущество в упадок, и для того, чтобы хоть как-то для громады сохранить данный объект,
было принято решение передать его просто в частные руки. Дать возможность ему остаться в живых, приватизировать его. А вот скажите, пожалуйста, а могут ли быть выделены деньги на, ну, например, на капитальный ремонт подобного предприятия из областного бюджета? Ну, в таком случае крыша была бы поремонтирована, и люди бы пошли в чистое помещение без плесени. Или этот... Теоретически можно все, а практически в бюджете денег просто нет. А вот смотрите, новый хозяин, а если он окажется тоже неэффективным, можно ли говорить о процедуре реприватизации или как? Вы как-то отслеживаете эффективность работы предприятия далее или все, это уже чужая? Я хотела, чтобы с вами Ну, в данном случае это предприятие, поскольку является объектом социально-культурного назначения, оно было продано с сохранением профиля. Мы, как орган приватизации, имеем право в течение 5 лет отслеживать выполнение покупателем непосредственно этих условий договора. Если какие-то условия договора будут покупателем нарушены, то, в принципе, процедура возврата объекта в областную коммунальную собственность предусмотрена. Если покупателем, частным лицом, условия договора выполняются, то, в принципе, как бы это не наша компетенция. Эти вопросы как бы... А каким образом выставляются объекты на приватизацию? Ну что же, я понимаю, это не быстрый процесс. Сначала пытаются реанимировать, насколько я понимаю, да, потом уже идет речь о том, что не получается, давайте пробовать через инвестора. Ну, ежегодно мы формируем перечень объектов на приватизацию, объектов коммунальной собственности. Этот перечень формируется на основании предложений профильных управлений, ну, других структурных подразделений госадминистрации, либо непосредственно балансодержателей какого-либо имущества. Наше управление занимается обобщением таких предложений, и мы готовим проект решения для вынесения на какую-то очередную сессию областного совета. Вот в 2015 году наш проект решения, прошедший все согласования со всеми постоянными комиссиями областного совета, был вынесен на рассмотрение сессии 16 апреля 2015 года. В том числе здесь был и этот объект, это единый имущественный комплекс «Пансионат Николаев». Данное предприятие поддавалось именно как предприятие, как единый имущественный комплекс предприятия, поэтому включало в себя все виды имущества данного предприятия, это как активы и пассивы, ну, в бухгалтерском понимании. И вынеся данное предприятие как объект приватизации в виде имущественного комплекса, дало возможность погасить все долги предприятия со стороны покупателя. Хочу еще отметить, что на момент приватизации все имущество предприятия находилось в аресте, что тоже было погашено перед органами исполнительной службы, погашено покупателем. И вся сумма, вся стоимость объекта приватизации, в том числе и расходы, которые были понесены на предприватизационную подготовку этого объекта приватизации, они все полностью перечислены в областной бюджет. Они обвиняют ли вас в том, что слишком дешево продали? Данные вопросы, как бы, это как один из этапов перед приватизационной подготовки предприятий. Это, собственно, как формируется стоимость? Да, это определение первоначальной стоимости, поскольку объект был объектом вынесен на аукцион, это определение первоначальной стоимости объекта. Каждый объект приватизации, для того, чтобы определить его первоначальную стоимость, мы объявляем конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности. И вот на конкурсной основе у нас создана конкурсная комиссия, в которую входят не только сотрудники нашего управления, но и других управлений госадминистрации, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, управления капитального строительства. Комиссионно мы определяем... На основании предложений, поданных субъектами оценочной деятельности, мы определяем субъекта. Потом, когда субъект определен на конкурсных основаниях, мы для проведения оценки передаем ему лишь пакет документов, которые у нас есть в наличии. Это правоустанавливающая документация, техническая документация, это бухгалтерские данные, данные инвентаризации на определенную дату
которой определена данная оценка, и уже как бы субъект, имеющий определенный опыт работы, имеющий определенные документы, которые необходимы для работы на рынке оценочных услуг, это сертификаты, это свидетель, квалификационные какие-то удостоверения, он приступает к работе и работает над оценкой объекта. То есть, собственно, если что, то это не вас обвиняет. Плюс еще, учитывая, что мы являемся заказчиками такой оценки, как орган государственной собственности, в обязательном порядке по законодательству Украины данная оценка проходит лицензирование. То есть, рецензент подтверждает правильность выводов оценочных, либо говорит, что это неправильно. Скажите, вот еще не так давно очень много говорили в интернете об этом, в средствах массовой информации, да, об имуществе, которое купил нынешний мэр. Дабы пояснить ситуацию, для меня в том числе, не то чтобы мне прямо вот так вот нос хотелось бы сунуть в карман к Сенкевичу, но опять-таки шла речь о том, что слишком дешево, и зачем, и что, и, ну, в таком ключе. Поясните. Так, ну, так же самое этот объект был вынесен, это тоже в 2015 году решением областного совета был вынесен, включен в перечень объектов приватизации. Точно так же проходила процедура отбора субъекта оценочной деятельности по этому объекту. Хочу сказать, что объект, может быть, просто звучит, что это не база отдыха, это... По-нашему мы продавали как по документам, это всего лишь нежилое строение, которое было очень, наверное, сейчас пока не сезон, наверное, есть в очень плачевном состоянии, в полуразрушенном состоянии. Собственно говоря, так субъектом оценочной деятельности он и был оценен. Проблемы с крышей, проблемы подтопления грунтовыми водами. Плюс ко всему, этот объект находится на территории частной базы отдыха, и как одним из условий продажи этого объекта на покупателя возлагаются в дальнейшем решение вопросов по отделению, отведению земельного участка. Возможно, это будет всего лишь на каких-то сервитутных началах, поскольку как бы прямого доступа к этому объекту нет. То есть это все легло в определение стоимости. То есть в данном случае все деньги получены от приватизации этого объекта, равно как и от других объектов, они все пошли в бюджет Николаевской области. И на тот момент он был просто обычным гражданином Украины, не был мэром, поэтому просто потому что это мэр, резонансность такая вот. Но он купил точно так же полностью на основании, как все граждане Украины. А вот расскажите, аукцион, да, вот каким образом вы определяетесь, кто будет наиболее эффективным инвестором? Ну, тоже это какие-то конкурсы проходят, вы оцениваете их возможности? Ну, процедура аукциона как бы предполагает наличие двух покупателей. К сожалению, у нас... Двух или как минимум? Как минимум двух, да. То есть это торги, это как минимум два человека. К сожалению, за время работы нашего управления ни одного аукциона проведено не было. По тем лишь причинам, что объекты у нас... заявки на приватизацию, объекты, которые мы публикуем в областной газете «Ридное Прибужье», к сожалению, к нам приходят покупатели, максимум это вот подают по одной заявке. Законодательство допускает изменение способа приватизации на выкуп таким покупателям по цене определенной не ниже начальной цены для аукциона, початковой цены продажи. Мы просто хотим сказать, еще хочу уточнить, что у нас объекты, вот эти вот все, которые, и тут же пансионат Николаев, и тот объект, который был куплен Сенкевичем, мы заявляли и узнавали попыт на него неоднократно, печатая в газете, приглашая к сотрудничеству, к покупке этого объекта. Но, к сожалению, только, допустим, пансионат Николаев, только с третьей публикации. А публикации очень дорогие, и получается, как неэффективное использование бюджетных средств, мы слишком много тратим на эти публикации, что придите, купите. Вот люди с третьей, с четвертой попытки. У нас есть объекты, которые мы по 17 раз печатаем.
все-таки никому не нужны? Ну, не приходят, к сожалению. И когда приходит человек, когда у нас появляется на такие объекты, конечно, мы, честно говоря, уже с радостью хватаем. А траты на содержание объекта, содержат такие объекты, в основном области тратятся деньги на содержание. Да, в том числе и земельный налог, и, ну, некоторые объекты, они под охраной находятся. Некоторые объекты, которые не охраняются, то есть они, наоборот, с течением времени, перебывая, как объекты приватизации, они просто, да, ну, соответственно, падает. Как правило, эти объекты где-то вот в области, в сельской местности? Ну, специфика областной коммунальной собственности, как бы так она и нацелена, что в основном объекты находятся по районам области. У нас осталась буквально одна минутка, мне... Последний вопрос. А были ли прецеденты, когда приходилось возвращать в коммунальную собственность предприятия, которые были приватизированы? Ну, мы приватизируем не только предприятия. То есть, как бы основная масса объектов приватизации, если то, что касается объектов приватизации, это определенное имущество. То есть, это помещения определенные, это определенные строения. На памяти вот работы нашего управления, в принципе, один из таких объектов был. Это был объект незавершенного строительства, и речь шла о том, что предыдущий покупатель, он не выполнил условия договора. Объект незавершенного строительства был продан под достройку в течение 5 лет. Этого сделано не было, и в судебном порядке договор был расторгнут, ну, и потом была начата процедура возврата в областную коммунальную собственность. На жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Цікава розмова, багато нового я для себе дізналась. Сподіваюся, і глядачі також. Дякую за те, що завітали до студії. Дякую. На все добре. До свидання.